Пуговка, пуговка. Пуговка, ну-ка давай покажемся. Все спрашивают, как наша там пуговка поживает? Как она у нас поживает? Вот остались они у нас вдвоем. Пуговка и буржуй. Вот. Вон они все начинают куртку трепать. Пуговка, но не хулиганичай. Ну что ты, какая у меня хулиганистая девочка такая. Ну все, нашли занятие. Все, больше ничего не надо. В таких случаях еще хочу предостеречь о том, что когда кладете какие-то вещи для животных, особенно маленьких, где пуговицы находятся или там молния, обязательно это все надо убирать, потому что они могут разгрызть и проглотить. Вот, поэтому надо здесь тоже как бы людям, до людей это надо доводить на будущее, кто будет брать вот таких малышек.